Древности Мариам воспела Иегове хвалу, с тимпанами в ликовании воздала славу Творцу. Бог сильной могучей рукой из рабства народ вывел свой, врага сокрушил и милость свою явил. Господь избавляет, из плена Он освобождает, систему врага низвергает, смиренным являет любовь. О, чудный Господь победитель, от рабства мой избавитель, Он свободу дарит ныне вновь. Ослабевшие руки, Он открыл слепые глаза и отверз закрытые уши. Видим славу величия Отца. Расцвела пустыня сухая, в ней поплилась потоком вода. Бог сегодня творит чудеса. Сегодня твори чудеса. О, как восклицал Иоанн на небе, увидев себя. Он так кричал, что услышали земля и все небеса. Приоткрыл Бог завесу времен. Я тоже предопределен, Бог словом сошел, оживление во мне произвел. Как чудно себя видит в слове, для меня оно стало живое. Я в Божьей живу теперь воле, день за днем продвигаюсь вперед. Пробуждение ношу я в себе, и источники жизни во мне. Как велик, о, как чуден Господь! Бог укрепил ослабевшие руки, Он открыл слепые глаза и отверз закрытые уши. Видим славу величия Отца. Расцвела пустыня сухая и пробилась потоком вода. Бог сегодня творит чудеса. Бог сегодня творит чудеса. О, да будет Господу слава! О, да будет Господу слава! О, да льется Ему хвала. Больше жизни Его возлюбил я,
Он мне имя мое показал. Протрубила труба искупления, для меня принесла избавление. Что за праздник свободы настал? Что за праздник свободы настал? Слава за его охрану в нашей жизни. Ангелы, губители идут по земле и не пощадят ни одного. Только кто имеет Божий знак на челе, тех им обольстить запрещено. Меня от вражеских сил надежно Бог защитил. Печать поставил свою, принадлежу я ему. Он мне помазал глаза, я вижу истинный свет. Открытые небеса, где невозможного нет. Открытые небеса, где невозможного нет. Доступ к древу жизни Бог сегодня открыт. Слово облекает Бог меня. От латикийской слепоты исцелить. Ясность понимания пришла. Меня от вражеских сил надежно Бог защитил. Печать поставил свою, принадлежу я ему. Он мне помазал глаза, я вижу истинный свет. Открытые небеса, где невозможного нет. Открытые небеса, где невозможного нет. Это наше время искупления. Время искупления и время суда. Бог выводит снова свой народ. Скоро мы вернемся в дом Отца навсегда. Третий завершается исход. Меня от вражеских сил надежно Бог защитил. Печать поставил свою, принадлежу я ему. Он мне помазал глаза, я вижу истинный свет. Открытые небеса, где невозможного нет. Открытые небеса, где невозможного нет. Как Авраам, я в вере не поколеблюсь. Хожу я верой и откровением. Победу враг не в состоянии украсть мою. В завете безусловном я ведь состою. Как Исаак свою всю жизнь отдал я для Отца, живя в смирении и освящении. Я ради славы Иисуса умер для себя, чтобы Господне имя прославлять всегда. Мы царское семя, мы избранный род, мы в родословной Христа, мы
лица, с рожденными словом своими детьми. Ведь мы дочери, и мы сыновья, мы продолжение родословной линии царя. Я, как Иаков, получил благословение не по делам, не по заслугам. По благодати я вхожу в то измерение, где нисходят ангелы и Божии. Являемся знамением конца. Мы царское семя, мы избранный род, мы в родословной Христа, мы Его народ. Он не стыдится отождествиться с рожденными словом своими детьми. Ведь мы дочери, и мы сыновья, мы продолжение родословной линии царя. Бог, как Иосиф, удар мудрости сегодня дал, дар откровения и развлечения, когда по всей земле дни кризиса и голода, Он в изобилии слова посылает нам. Вот мы в конце на нас, Он изливает поздний дождь, дух умиления и пробуждение. От брата к брату вдохновение Бог передает, так совершенство нас ведет. И заберем мы царское семя, мы избранный род, мы родословной Христа, мы Его народ. Он не стыдится отождествиться с рожденными словом своими детьми. Ведь мы дочери, и мы сыновья, мы продолжение родословной линии царя. Мы продолжение, мы продолжение родословной линии царя. Перед тем, как наш брат выйдет со свидетельством. Я верю в завершенный труд моего Христа. Все обстоятельства пройдут, но Божье слово никогда. Болезни, грех, вина и страх не могут больше угнетать. Ключи теперь в моих руках, и мне дано все побеждать. Я свободен, воссиял день мой. Свободен быть самим собой. Я свободен палить цепи все. Знаю все возможно во Христе. Знаю все возможно во Христе. Идет князь мира, но во мне он не имеет ничего. И цепью обстоятельств я могу создать вокруг себя ту атмосферу, где сам Бог, но каждый под контроль возьмет. Я свободен, воссиял.
жизнь, которой жил пророк, невесте выразить пора. Теперь настал уже тот час, Христу прославиться и в нас. Свободен Дух Святой вполне, свои дела свершать во мне. Я свободен, воссиял день мой. Я свободен быть самим собой. Я свободен, пали цепи все. Знаю все возможно во Христе. Знаю все возможно во Христе. Добрый вечер, святые. Рад вас видеть всех, кто находится здесь в зале, кто с нами на связи. Пусть Бог благословит каждого. Чудно вернуться домой. Еще как бы в преддверии, в наполнение сил. Вот. Но с Божьей помощью мы засвидетельствуем. А сейчас, может, просто склоним голову и помолиться. Дорогой Небесный Отец, мы хотим воздать славу Тебе. Просто мы это сокровище носим в этих глиняных сосудах, чтобы вся слава была отдана и для Тебя, Господь, приписана для Тебя. Господи, пусть она, Господь, раскрывается все больше и больше, Господь. Отец, мы очень нуждаемся в Тебе и в этот вечер, чтобы Твой Дух Святой помазал бы эти слова, Господь, чтобы это было бы быть благословением для всех слушающих. Я прошу Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Ну, может, я еще раз. Включен, да, настроили? Может, сестра, открой, пожалуйста, пока мы стоим с места Писания. Откровение 19:10. И вы присядете. Я хотел бы со второй части стиха прочитать. «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова». Здесь, видите, здесь показывает акцент, да, для тех, кто имеет братья и служителя, которые имеют свидетельство Иисусова. Вот, потому что Иоанн здесь, мы видим, хочет поклониться, да, этому ангелу. И он связывает это. «Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Пусть благословит Бог это прочитанное слово. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, извиняюсь сразу. Может, лучше передам приветы, чтобы не забыть. Вот, мы начали с Молдавии. Вот, и хочется передать привет от брата Володи Тарасенко. Говорит, лично, говорит, только не забудь все церкви, брату Павлу и от всей его группки. Примите этот большой привет. Мы получили там большое благословение. Потом от братьев и сестер с Украины, где мы посещали там села, Винницу, были в Киеве, в Полонном созванивался там с семейкой, сестра Алла с Женей. Большой-большой привет всем тоже передавали. И брат Сурен, да, и брат Сурен. Мы имели там небольшую встречу в Киеве. Вот, тоже было приятно его увидеть. Он передавал большой-большой привет всем святым. Ну вот, я вроде бы освободился, слава Господу. Но я хотел бы начать тогда. Ай, да, извиняюсь, еще один привет от Рижан, потому что мы вылетали через Ригу, меня Игорь Пицевич там встретил, и мы с утра немножко пообщались, выпили кофе, у брата Дениса оставили машину Пицевича, там рядом у них дома, и брат Игорек нас отвез в аэропорт, так что мы тоже очень благодарны им, что они могли тоже послужить нам. Вот такой вот у нас как бы выезд был. Но Бог благословил, все прекрасно. Начну тогда прямо с Киева.
Вот нас, мы там летели через Бухарест, Румынию, потом Рига-Бухарест, Бухарест-Кишинев. Потом нас встретил брат Денис с Оксаной. Вот мы, ну это его жена, потом в дальнейшем вот потом увидите. Вот, и мы приехали в Бельцы, потому что Кишинев от Бельцев где-то 150 километров, 2 часа пути. Вот, мы вечером уже были там. Да, вон там была фотография. И замечательно. У них там собственный дом, такой частный сектор. Вот, при этом доме и скиния собрания такая небольшая. Вот, ну, очень так все уютненько. Поэтому, знаете, что прекрасно, что самого вдохновляло то, что где бы мы ни были, я настолько, мне понравилась эта группка, качество этой группы, да, как Павел говорит, не количество есть пример там и все такое, а качество. Не бойся, малое стадо, да, Бог благоволил вам дать царствие. И это прекрасно, когда это видишь, и эти духовные дары действуют. Это очень здорово. Они такие тоже, как семья, знаете. Было приятно побыть тоже в Божьей семье. И мы просто поняли, что мы одни родственники, правда. Поэтому это тоже прекрасно. Вот, в субботу мы там посетили. Брат Денис с Оксаной пригласил нас. И мы тоже сразу за столом, когда встречаешься, просто само идет. Настолько они любят слово, и сам не понимаешь, откуда у тебя это берется. Вот это, знаете, я раньше, друзья, я вот это вот в этой поездке, когда обычно, когда бывает с братом Павлом, ну как бы так делишься, пасуешь друг другу, а здесь нет, ну чтобы служитель с тобой был. Но я очень благодарен за Луку, вот, что он поехал со мной, и правда, его Господь использовал, он был такое связывающее звено, и с молодежью особенно. Вот, и как он говорит, он приобрел, у него там нашлась четвертая мамочка, первая сестра Жанна, вторая сестра там Ирена, сестра Маша и сестра Катя. Это теща брата Володи, замечательная сестричка, такая очень-очень любвеобильная, просто такая молодец, труженица. На ней там все вот это хозяйство, она с такой любовью и, ну, такая прекрасная сестра. Очень-очень-очень приятный дух такой. Вот. Чем-то она мне, мою тещу так напоминала. Очень такая тоже приятная, общительная. Очень любит послужить. Ну и вот, друзья, знаете, вот если вот как берешь так вот общение и все, когда вот ты смотришь, а подготовки нету, вот с тебя выжимают все. И как бы думаешь, ну как это бывает? Но когда ты бываешь помазан, когда пророк тебе говорит, если он тебя посылает, он позаботится об этом. Мы часто слышали это, и вот когда ты переживаешь эти вещи, это правда, потому что он говорит, сила в позиции. А когда ты в позиции, Бог тогда за тебя, небеса все за тебя, так же и за вас, друзья. А он сказал, у каждого из нас есть позиция, аминь, у каждого. Поэтому не забывайте этого, потому что дьявол всегда хочет нас ослабить, чтобы остался дома, чтобы что-то еще, чтобы эти заботы житейские. Только они хотят заглушить это семя. Но пусть Бог благословит всех нас. И, знаете, я очень благодарен вам. Я верю, что это ваши молитвы были этой энергией. Потому что, помните, под седьмой печатью тоже раскрывается это, что один тоже ангел, который держал эту чашу, золотую чашу Фимиама с молитвами святых. Седьмая печать связана тоже с этими вещами, и это правда открывает. Я стал понимать, я думаю, это серьезно, это реально седьмой печати. Поэтому мы так вот проводили время, гуляли, как бы мы ни говорили, все время речь идет вокруг слова. И это правда здорово. И я очень благодарен брату Володе вот, за то, что он тоже предоставил кафедру, чтобы послужить, но вы как слышали, когда мы там в субботу тоже гуляли, он такой пережил сильный удар, оказывается, я даже, интересно, вот мы гуляли, были там на канале возле воды, и он после этого как подплыл с сыном своим, говорит, наверное, продуло меня, так держал за сердце, ну, как за мышцу, говорит, видно, мышцу связало, ну, как судорога, знаете, такое.
Вот. А у меня, я говорю, может, и помолюсь. И я просто начал молиться неосознанно. И просто так вот, Господь, а молюсь за сердце. Вот, потому что я, ну, еще ветер только поднялся. Я как бы очень глазами смотришь, да, могло продуть, потому что вспотел и все эти вещи, когда это. А я молюсь за сердце, не понимаю чего. Ну и вот так, вроде бы смотрю, ему немножко полегчало, но очень подпрыгнуло у него давление. Поэтому я тоже благодарен Богу, что мог быть плечом и провести служение в воскресенье. Вот, Лука взял на себя пение. Знаете, очень порадовались за их дары. Вот, а молодежь, которая уже сидит за гитарами, за клавишами. Вначале они там просто оставили, как вы помните, наши песни и просто вместе пели. А сейчас они поют наши песни. И там девочка сидит за пианино 12 лет, как моя Сара. Но я просто понимаю, она во второй класс музыкалки ходит. И кто понимает, кто ходил, ну что ты сможешь это? Ну, дух сходит, и игра есть, и песни поются, и, ну, прекрасно. Просто, знаете, просто порадовался за это. Вот. Ну, у брата Володи очень тоже скакало давление, оно потихоньку так вроде бы падало. Вот. Ну, смотрю, так в сердце спокойствие, и он такой, знаете, вы видели, это воин. Это воин Христа, который на эти вещи не обращает внимания. Говорит, сейчас пройдет потихоньку. Вот. Ну, вы слышали, что он, по сути, на ногах перенес. Вначале до приезда нашего был инсульт, микроинсульт, что отнималась немножко рука и нога. Вот. И потом был уже обширный этот инфаркт сердца. Вот. Да, он еще в больнице, но... Сейчас я расскажу еще. Он пока в больнице, но он бодренький. И когда вот брат Павел, я немножко, когда мы летели обратно, я слушал его проповедь воскресную, он говорил про брата Гену. И вот ты здесь тоже видишь, как Бог делает. И кажется, ну, дьявол так ударил. Ему не нравится, друзья, такое служение, когда Бог приносит, помазывает служителя, который несет послание о открытых печатей, правда? Не закрытого чего-то, не что-то не договор. Он ясность приносит, реальность этого послания. И дьяволу, конечно, не все равно. Он старается ударить. Но как там и пророчество было через одну сестру, что все это Бог обретет во благо. И когда вот наблюдаешь это удивительно, конечно, вот, что Бог делает. Потому что, ну, если так забегая наперед, потому что когда мы были в Виннице, я тоже увидел эту... У меня сын, по-моему, подошел, сказал, что брат Володя в больнице, и срочно хотели делать операцию, но когда уже обследовали, говорит, стоп, ни в коем случае нельзя, потому что, говорит, там два сгустка крови, говорит, у вас двойной инфаркт был. Говорит, я вообще, говорит, не понимаю, как вы еще на ногах, или вообще, говорит, вы должны просто, ну, с таким диагнозом уже не живут. Вот. Ну, понимаете, пока Бог не скажет последнее слово, друзья, ничего не будет. И они установили, говорит, и помимо того, говорит, у вас еще 2 недели назад был микроинсульт. Вот. А он это все перенес на ногах. Вот. Пусть Бог его благословит, его сердечко. Ну, он был очень рад той даром любви, то, что вы тоже сделали. Он очень-очень благодарил. Вот. И я очень благодарен Господу тоже. Мы провели замечательное служение, я говорил о Гедеоне и его 7-й печати. Просто видишь, потом смотрите, знаете, вдохновение получаешь, когда проповедуешь. Бывает, я видел, бывает, как брат Павел, это, и он приостанавливается, и просто такие мысли там, бывает, ну, хочется прямо записать, правда, вот такое приходит, что, и как брат Малком, помните, вы видели, и это настолько интересно, потому что настолько загружены были дни, что как бы, ну, не отпускают себя подготовиться. Ты уже просто, я помню, брат Малком говорил, ну, сегодня вечером нету сил, я завтра встану, и Бог что-нибудь даст. И вот нечто похожее, ну, это, знаете, ну, нужна вера. И это, брат Павел, это правда реально, и это настолько, и вот, кажется, хорошо, легко, когда, знаете, брат Павел, пастор, служитель, кто-то еще рядом, можно как-то это, ну, и ты вроде бы один, но сами люди... имея эту доверие и веру, создавали такую атмосферу, что просто добродетель сама открывается. И вот ты вот от этого наслаждаешься, понимаете? По вере, по нуждам людей Бог дает слово. И когда что-то в разговорах, в беседах,
Я просто знал, что я должен это зафиксировать. Я понимаю, как следующий шаг будет завтра. На беседе, там, или на встрече, или на служении. И это настолько прекрасно. В общем, для нас было большое благословение. Я рад тоже за Луку. Он с молодежью слился там. И поиграли они там, ну, я имею в виду музыкально. И попели, и эти вещи, знаете. Это было здорово видеть. Конечно, и там и с другими маленькими детками поиграли. Там не показано, да? Но, может, это, ну, каждый заполнял ту нишу, которую, на что он мог быть помазан. Поэтому это, вот это прекрасно. Но сама церковь, я говорю, она очень хорошая, очень выросла, люди выросли. И именно для меня было большим благословением послужить такому народу и той части там, в Молдове. Поэтому мы большое благословение получили. Жили там тоже. Поэтому, когда мы прошли, так, это мы были суббота, воскресенье, понедельник. Да, мы были в Молдове. Потом мы с сестрой Аней, это супруга брата Володи, взяли билеты на Украину. Она ехала на Киев, а нам взяли до Винницы. Вот, хороший молдавский автобус. Вот, и потом уже границы очень хорошо прошли. Вот, связались с братом Сашей с пасынков. Потому что, как я сказал, с братом Павлом созванивался. Очень братьям небезопасно преодолевать вот эти расстояния, потому что очень много блокпостов. И они такие мобильные. Они все время меняют свою локацию. И вот такой вот. Ну и он нам сказал, у сестры Ани была украинская карта, и она с ним связалась, он говорит, вы там на той остановке. А молдавский автобус, он говорит, я не знаю эту остановку, они едут и все. Ну, говорим, Жмеринка там такая есть, ну, примерно там знаю. Вот. Ну, брат Саша сбросил локацию, и вот там. А так интересно, сестра Ани, она настолько вот ее Господь использовал, она такая, знаете, и веселая, и смелая в то же самое время, и знает свое дело. Вот настолько вот она подошла к водителю, она села, второй пошел отдыхать, она села вместо второго из-за штурмана прямо. Разговаривает с ним, ты говорит, мне только скажи это. Вот-вот, все, братья, готовьтесь, сейчас будем выходить, а вы вот здесь приостановитесь. Ну, вот, и смотрим, брат Саша там стоит уже со своей маленькой машинкой, он там, может, фотография есть, да. Мы быстрее бросили чемоданы. Ну, для нас вот это было интересно. И брат Саша сразу, ну, а Лука говорит, а куда ты поворачиваешь? Ну, он думал, что мы по асфальту поедем, знаете, все нормально. А мы сразу, где кукурузное поле растет и все такое. И по газам, пыль столбом, знаете, так, ну, интересно, знаете, так. И ты просто, он говорит, надо быстро, потому что это, понимаете, помните, как было... Дорога жизни, Ладога там это. И здесь смотришь, среди поля проходит грейдер, говорит, вот прямо для нас грейдер прошел. Говорит, слава богу, не было дождей, потому что ты уже не проедешь. Знаете, Украина, какая земля. Видел твой дом, сестра Таня. Хороший домик, да. Это самое. Там просто у них в этом селе. Вот. И мы замечательно проехали, знаете, по этому полю. Километров 10, наверное, ехали. Добрались там до них, разместили нас, вот они нас встретили, потом пришла сестра Оксана, и это самое, ну, и все, и началась беседа. И вот когда вот наблюдаешь, так тоже смотришь, ну вот насколько есть тяга, друзья, вы будете видеть вот это сверхъестественный элемент, когда вот попадаешь в такие места, люди дорожат уже общением, и потому смотришь. Я смотрю и говорю, брат Павел, наверное, формат служения нашего меняется, потому что, по сути, мы входим в книгу Деяний. Они собирались по домам. Начиналось гонение. У нас еще так как бы это не началось от Всемирного Совета Церквей, но частично ты что-то переживаешь. Вот эту мини-шестую печать, которая не для суда, а для очищения. Правда? Поэтому это тоже... Ты чувствуешь эту близость с Господом. И вот мы практически целый день, я говорю уже, ну давайте мы встанем, хоть пройдемся. Он говорит, Юра, но по селу уже нельзя пройтись, потому что небезопасно. В любой момент могут приехать военные. И...
А ему уже один раз вручили повестку это все. Ну что остается? Остается огород. Слава Богу, у них большие огороды такие, он еще так туда кручил. Помнишь, братан? Вот. Мы прямо туда вниз спустились. Вот. И вот. И опять там встали, и опять там начали общаться. Это самое. Поэтому слава Господу за наших друзей, за наших братьев и сестер, которые, правда, имеют вот эту жизнь. И они дорожат то, что имеют. И это правда. Ты совсем на эти вещи смотришь по-другому, друзья. Пока вот нету этого контраста, вот, ну, мы просто не ценим. Потому что это в один момент это будет, ну, это закроется, это прекратится, или это будет сужаться, как бы. Вот, поэтому там уже нечто они переживают, и поэтому тоже побыли там, замечательно провели время. На следующий день мы хотели посетить там сестру Марию, помните эту старицу, потому что сестра Люба и брат Гриша, они сейчас у брата Виталика, вот, а там сестры Любы мама живет. Вот. Лука зачехлил там свое оружие, знаете, гитарку, думаю, сейчас она в одном селе, там просто немножко надо пройтись, ну или проехать на машине. Вот. И вот, думаем, ободрим сестричку, помолимся. И вот звонок. И это самое. А в этот день мы уже должны потом уехать и в Тамашполь, там, где Дашины родители. Вот. И звонок от соседей. И ты просто видишь, что даже и в этом Бог. Потому что как важно в такие времена иметь хорошие отношения с соседями, даже если они мерзкие. Помните газету «Соседи» Джордж Смит выпускал с Ревеккой? Там тоже эта тайна раскрыта. Из-за того, что они имели это почтение, говорит, к нам, дорогая. Говорит, не бойся, их награда уже ожидает на небесах. Несмотря, что она была неверующая, вот, помните, ходила в шортах, он там пил пиво и курил. Но, говорит, когда, говорит, приезжали к нам верующие или были нужды за молитвы, они забирали своих детей с переднего двора и сами уходили в почтение. И поэтому ты видишь этот звонок. Говорит, к нам приехали гости, готовьтесь. Ну, так обычно как бы говорят, вот, и все такое. И думаешь, ну что же делать? И ты не знаешь. И говорит, много. По всему там как стараются рассредоточиться, по селу и все такое. И тогда просто понимаешь... Ну, есть же телефон, да, а сестра Люба звонит, Люда, Саша и Люда, звонит ей, ну, Юра не может подъехать, потому что тут вот такое там военное в селе, ну, и думаю, дай мне трубочку. И мы просто полчасика так вот поговорили, помолились вместе с ней, вот, а она тоже большой-большой передавала привет, и вот всех, ну, помнит, брата Павла тоже особенно, и просила, говорит, всем святым, говорит, молитесь, я, говорит, еще и слабенько это. Но настолько было тоже приятно услышать ее и просто ободрить сестру, понимаете? Вот, и следующая уже стадия, помните, мы здесь говорили про Елисея, я тоже с братом Павлом перед отъездом делился, и мне потом приходит вот эта опять мысль, потому что, вы помните, Елисей имел служение восстановления. Но так же самое, когда пришли сириане, у него была сила молитвы, чтобы Бог закрыл им глаза, когда они хотели его схватить. И мы просто, как говорится, становимся на молитву и просто молим. Господь, нам надо уехать нашим друзьям. Мы чувствуем, что мы здесь уже как бы побыли полтора дня, и общение было хорошее, и мы должны приехать уже там, где Таня и Женя. Потому что они тоже не могут так ездить свободно. Понимаем. И вот поэтому мы ожидали, помолились. И ты просто ожидаешь. На сердце спокойствие. И что Бог делает, друзья? Настолько интересно. Опять звонок. Ну, там, с одной стороны, с другой. Потому что у одних есть мужья, у других. И все это понимают. И говорит, а они почему-то поехали в другую часть села. Я думаю, это для нас. Вот. И брат Саша быстрее в гараж, машинку, знаете, выходим, чемоданы туда бросаем, там какие-то еще старушки идут по дороге, ну, Лука захотел, как всегда, дружелюбно, говорит, добрый день, Саша говорит, быстро в машину, что ты тут некогда разговаривать, а то добрый день еще закончится нам, вот, мы в машину, и мы, а там, правда, такое село, понимаете, въезд, помнишь, брат Павел, гора, спускаешься вниз, село, и вот оно так идет, и опять гора. То есть просматривается, ну,
ты не уедешь. Ой, с какой бы стороны, кто бы ни был, видно, с какой стороны, допустим, выезжает машина, ну, ну легко тебя догнать и просто там поговорить с тобой, кто такие и так далее. Но вот после вот этой молитвы, просто когда ты видишь, что есть, это есть в слове, понимаете? И когда такая ситуация не пришла, у тебя не будет веры в такую молитву, правда? Но когда такая ситуация приходит, тогда приходит с этим и помазание, и вера. Ибо помазание учит вас. Помните, Иоанн говорит? И ты просто ну, входишь в этот канал слова. И, друзья, это настолько ценно. И ты просто, мы едем, ну, как бы даже не оборачиваешься. Но я просто говорю, когда мы стали подниматься, так просто, ну, если Бог бы не закрыл бы глаза и даже не убрал бы вот так вот в другую часть села, ну, тебя увидят. Ну, тебя просто увидят. Вот. И мы с благословениями выехали, там километров 100, наверное, ехать. Приехали туда уже к брату Жене и Стане. Тоже встретили нас хорошо тоже. Сразу со стола начали общаться. Поговорили, пообщались, замечательно провели время. Потом говорим, ну, давай, может, здесь можно прогуляться чуть-чуть. Ну, невозможно сидеть, ну, сидеть уж не можно, потому что покушал и опять сидишь. И он говорит, я знаю хорошее место, и мы там в поле с Максимом гуляем. Ай да, Максим еще нас там встретил. Да, тоже такой, знаете, был сразу невеселый. Лука подходит к нему, Максим, как дела? Плохо, говорит. Знаете, один, когда ты остаешься, молодежи нет, общения нет. Друзья, цените то, что вы имеете. Цените, это очень ценно. Когда ты можешь кому-то пойти в гости, а не просто там, знаешь, ну, ко мне никто не приходит. Ну, так ты позвони, встречайтесь. Это настолько здорово. Потому что там не так уже просто. Ну и, в общем, мы так хорошо поговорили, покушали. Ну и потом на машинах поехали туда. Двумя машинами. Саша с Людой, ну и вот Женя с Таней, и мы с Лукой. И Максим. Подъехали к полю, и правда, такое красивое поле, жаворонки поют. И там такая, я видел, была фотография Лука, или там Виктория, там такая, из дубов такая, дубрава, да. И вот он говорит, я здесь всегда часто хожу, молюсь, мне там никто не мешает. Я думаю, там было, ну ладно, если не будет, не будет. И вот мы так идем, знаете, вот опять говорим, общаемся, и навстречу к нам идет, ну, женщина какая-то. С села, похоже. Вот. А Лука, знаете, поэтому братал заметил, говорит, ты побрился с бородой. Я говорю, это свидетельство тоже. А он там идет с бородой такой, ну, такой будулай, знаете. Как, такая кепка еще, как у брата Гены было с Кривого Рога. Ну, вот бандитская кепка такая, знаете. И вот ну, такой, значит, кадыровец такой. Ну, вот очень с рыжинкой такой. И все, я смотрю. И мы ей там, добрый день, а я смотрю, не похоже, что это самое. У него глазки круглые, ну, чужаки какие-то, знаете, гуляют. Ну, пошли мы, ну, ладно. А Лука говорит, папа, она рука в сумку, знаете. Ну, говорю, ну, ладно, может, мужу позвонила там, знаете. Ну, мы там круг сделали. Женя говорит, давай еще в поле зайдем. Ну, в поле зашли. Поле хорошее. Ну, и смотрим, сигналит кто-то. Ну, метров так. Ну, еще прилично, 100, может. Смотрим с мигалками. Полиция. Ну, мы общаемся, стоим на поле. Ну, кому они сигналят? Ну, наверное, не нам, правда же? Вот. Нет, смотрю, они заворачивают и едут прямо к нам в поле. Вот. Ну, я так, знаете, рука уже сразу. Я говорю, так, паспорт литовский же есть. Паспорт, да, есть паспорт. Ну, как бы приготовился, так все. Я говорю, сынок, взял паспорт? Он говорит, да, папа, паспорт. У нас есть, а у них-то нету. И вот подъезжает полиция, говорит, извините, был сигнал, ну, мы должны отреагировать, они с автоматами, все. И Женя, и ты опять смотришь, опять помазание приходит. Мы смотрим на брата Жени. Ну вот представьте, ну приехал его, наверное, знакомый. Ну вот стекло открыто. Ну понимаете, он подходит, и вот так вот руку ставит на машину и разговаривает. Сестра Таня, ну, я говорю, это ты ее знаешь? Не-не, ну, наверное, Женя знает, знакомый. Ну, я смотрю так, ну, к чужим, ну, попробуйте так, к военным, вот, руку на крышу положить, и вот у него окно открыто, он сидит за рулем, и ты с ним так общаешься.
Ну и прошло несколько минут. Он говорит, ну вот да, у нас тут друзья, вот с Литвы приехали. А, ну ладно, ну хорошо. Ну вы это самое, я должен был вам предупредить, сказать. Ни паспорта, ни у нас, ни у них. И ты просто думаешь опять, и нам убегать не хотелось. Ну, может, ну как бы мысли такой не было. Ты просто вот спокоен. И, друзья, и вот это уже второй раз. И ты еще больше Богу доверяешь. Ну ладно ты, ну ты понимаешь, когда мы вместе, это невидимая рука, правда? Та, которая защищает, та огненная стена. Он хранит как зеницу ока. И поэтому эти вещи, они реальные. Эти вещи становятся там реальные. И просто настолько прекрасно видеть эту невидимую руку Божию. Вот. Ну, они уехали, все, мы опять еще немножко там прошлись и поехали домой. Вот, к ним проводили, помолились за Сашу с Людой, потому что им надо было уезжать, потому что мы дождались немножко, чтобы стемнело, чтобы им уехать было бы проще. Вот. И я очень благодарен Господу, что можно было побывать вот так вот, знаете, в одном селе, в другом, где наши братья, сестры, эти семьи. Вот. И слава Господу. Ну и на следующий день мы купили уже билеты. Максима с собой берем и едем на автобусе в Винницу. Мы уже поехали в Винницу. Билеты тоже очень интересно продают. Вот. Мест уже нету, люди стоят, а билеты все продают. И надо просто тебе как-то зайти, а мы еще с чемоданами. И нас водитель просто пожалел, говорит, он так на нас посмотрел, вы куда, в Винницу? Да, так, хорошо, подождите. И никто никого не пускал. А это самое, там уже почти полный автобус. Какой автобус? Микрушка. Вот, чемоданы в багажник положили, некоторые выбрали, а кому-то сумки отдали. Но из-за того, что у нас чемоданы были больше, чем у тех сумки, вот так вот сделали по-честному. Меньше мы положили на колени, а больше это. Ну, в общем, вот такое вот все. И все. И два места нашли, третий Максим всю дорогу стоял. И вот так вот всю дорогу люди вот так вот стоят, как в троллейбусе едешь. Ну, потому что люди хотят уехать. Вот. Ну, с Божьей помощью. Мы замечательно приехали, все. Потом наш брат Миша встретил, это уже сестра, а не муж, Винницы. Приехали мы туда. Вот, вот он, да. Мы вчера у нее, ну, когда мы приехали, на прошлом день у нее был день рождения. Хотелось ей тоже небольшой букетик подарить, поздравить ее. Ну, вы знаете, сестра Аня, готовка, все это на высшем уровне. Тем более там и Кривой Рог приезжал, и все. Поэтому замечательно мы там проводили время. Вот. Но интересно то, что я тоже, как говорю, и потому что должны были, говорит, приехать еще брат Вася с Марией. Там еще одна семья с ними приехала, но мы их не увидели в один день, они приехали на следующий день. И потом это сестрички, помните, с Луганской области на инвалидной коляске. Две Лены, да? Две Лены, брат Павел. Вот. Я ради них говорю, ну ладно, мы приедем с 11 часов. И вот у нас мы с Лукой из гостиницы приезжаем, позавтракали, и в 11 часов уже нас ждут. С 11 у нас, и часов в 9-10 они нас только отпускали. Вот. Но я тоже благодарен Господу, что все люди, они умеют слушать, да, и умеют также и вопросы задавать. То есть беседы были прекрасны, никаких вот этих провалов. Ты не думаешь, ну, какую сейчас тему взять. Ну, просто текло само собой. Я не знаю, у меня, наверное, первый раз в жизни такое, ну, я, конечно, особо больше так не хотел бы, но я так посчитал примерно со служениями, ну, наверное, 15 бесед мы провели, ну, если взять 3 служения и остальные 12 бесед, я не представляю. Но я просто знаю, что это сверхъестественная часть, которая была у людей, как пророк говорит, когда, помните, он говорит, выходит и говорит, не только я должен быть готов. Когда, говорит, мы приходим, встречаемся здесь, и вы должны быть готовы. И когда два всемогущества встречаются, нечто, что-то всегда должно произойти хорошее. Бог будет сходить. Поэтому слава Господу, друзья. И вот потом приехали с Криворожанем, и мы очень замечательные дни проводили. И что вам хочется сказать? Да, и тогда вот мы услышали эту новость, и такая была молитва, ну, настолько она, я верю, дошла до небес. Ну, когда за брата Володю молились. Я знаю, что вы молились. Но настолько люди вошли в канал. Я просто был благодарен Господу, что Господь может так касаться людей. Вот, это чудесно. Вот. Ну и мы там побыли
четверг, пятницу и субботу. Вот. Служение до обеда, служение после обеда, вернее, беседы. Мы беседы. Конечно, мы не все записывали, потому что было что-то личное, были некоторые прямые очень такое, но каждому Бог давал по нужде. Я просто это тоже верю, и сами люди говорили, поэтому слава Господу. Вот. Ну и последнее служение уже мы провели в субботу, и тогда уехали опять на Киев. Нас провожали, там Верочка, поэтому слава Господу. И вот в Киеве нас встретили опять, мы доехали там до метро, нас встретили брат Денис с Молдовы, они приехали туда тоже, в Киев. Денис со своей женой Оксаной, сестра Аня, и вот мы пятером, они нас забрали, и мы у них там на квартирке где-то, Бровары называется, где-то под Киев там, мы там они разместили, вот, на таком хорошем большом матрасе, мы были на кухне, братья, а они были там, сестры, в комнате. Ну и вот потом было служение, вот там я увидел брата Сурена, он тоже большой-большой вам привет передавал, привез нам тоже пиццы между служением и беседой. Мы перекусили, поэтому чудный Бог, знаете, такой Бог чудный, настолько прекрасный. И знаете, еще одно такое вот, когда вот в Киеве я проповедовал, и вот это, что у невесты тоже меняется стадия служений. Потому что на примере Иисуса, что там показывал эти, когда он множество народа следовало за ним, а потом он просто уединялся. В Гадару, помните там, потом женщина с кровотечением и дочь Яира, где было, не было толпы. Это было лично для этого. Вызов по именам, как мы говорим. Евангелизация последнего времени. И поэтому Бог вот, ну, как-то вот так вот действовал. И когда вот мы касались вот этого третьего рывка, для меня это тоже, я просто вот поделюсь по вдохновению. Я так смотрел, проповедую, смотрю. И помните, один из этих случаев, когда брат Бранхам был на расстоянии, а у Меды была опухоль с грейпфрут, большая опухоль, и она попала в больницу. Вот. И ангел Господень пришел к нему и сказал, что ты скажешь, что то и произойдет. И он тогда сказал, что пока врач коснется, ну, скальп коснется, чтобы этой опухоли не было. Вот. И я так тоже и в этот момент смотрю, мне как будто, я понимаю, Володя тоже в больнице, и мы тоже на расстоянии, но мы все молимся. И как бы это же часть третьего, тоже как бы, или один из случаев третьего рывка. И ты понимаешь, это не только было, понимаешь, да, это что пять случаев, это брат, было с братом Бранхамом. И он сказал, но он Илия, правда? Но во времена Елисея, который получил двойную долю, который видел всю жизнь, да, брат Володя? Поэтому не то, что, как говорится, когда ты увидишь, когда я буду возноситься, это, ну, будет дано. Трудного ты просишь, да? Он просил двойную. И поэтому ты понимаешь, не просто только о последней стадии говорится, но он следовал с ним все эти стадии, из города в город, от переживания в переживание, понимаете? Он по следам пророка, он отождествлялся с тем посланием и с его переживаниями, друзья. Он ходил, помните? И когда они перешли Иордан, тогда только эта колесница и огненные кони его забрали. Но он имел это переживание, эту сверхъестественную часть. Уловите это. И когда вот такое нечто смотришь, и для нас это уже не просто стали рассказы, красивые истории о охоте, о рыбалке. Но когда ты начинаешь смотреть немножко с другим углом, Божье движение начинается. Поэтому помните то же самое, как гризли должен появиться. А Эдди Бискаль, а его жена там эту рубашку, он сказал ей выбросить, а она постирала и в чемодан. Мы тоже можем быть в видении. Дух Божий движется, и нечто раскрывает он. И поэтому здорово иметь вот это чувствительность, развлечение, правда? К чему мы подходим? И поэтому то, что так вот взять, что я говорил, как брат Павел рассказывал про брата Гена, что почему бывает нету исцеления. И брат Володь тоже говорит, и он ждет как бы этот третий рывок, и другую часть он тоже показывает. И или меня Бог так полностью освободит, или мне, говорит, дадут инвалидность, чтобы я был свободен. Потому что там есть часть в Киеве.
та семья, те, которым пастором он тоже является. А он сейчас пока не может поехать в Киев. И просто смотришь, ну, очень похоже, просто параллельно такое. Говорит, я просто, я говорит, не ставлю Богу, знаете, эти, Бог просто знает. Я смотрю, он расслабился, и это, и даже еще одно. Он там в палате, с ним лежит прокурор. Прокурор уже имеет послание, и он уже вышел с палаты. Его переселяют в другую палату. И ты просто тоже смотришь. Бог обратит это во славу. Дьявол хочет, понимаете, кажется, так навредить. А разве у Бога это может выйти из-под контроля? Да не может выйти. Аминь. И ты просто видишь, как Бог его использует. Там в больнице. И врач говорит, слушайте, да вы полежите хотя бы. А он тут ходит. Говорит, мне проповеди нужны. Женушка, я в последний день, вот мы когда уже приехали, вернулись, потому что мы возвращались 550 километров с Киева опять в Молдавию. Вот, и опять тоже, правда, видишь, эти на границах мужчин разворачивают. Ну, наэлектризованная атмосфера такая, знаете, очень непросто. Ну, нам Господь помог, и мы все благополучно проехали. Даже ничего там, по сути, не проверяли. Вот. И для меня вот это было, знаете, точка такая, завершение. И я говорю, Аня, я говорю, так здорово было бы. А она говорит, перед отъездом, давай попробуем. Там частная клиника, но, говорит, может, договоримся и пропустят, ну, хоть немножко переговорить. И вот нас туда пускают, и вот я встречаю там, знаете, брата Володя, а он уже еще в другой палате, он уже другому уже засвидетельствовал. Потом там заведующая клиника или что, она вот просто опять смотришь, ну, как Бог делает? Начинает спрашивать, вот у нее муж там, это, она говорит, а Володя говорит, так я реабилитолог. И она говорит, понимаешь, говорит, от нас люди уходят, а вот куда бы в хорошие руки отправить, где реабилитация будет нормальная? Так я же реабилитолог, жена моя реабилитолог. Говорит, ну, представляете, а это стоит, это за, а там частная клиника. Говорит, я тебе все, ты выйдешь, я тебе своего мужа отдам, ну, пришлю и все такое. И просто ты видишь, ну, некоторые вещи, как Бог соединяет, понимаете? Будучи вроде бы там, а там опять движение. Там в палате, в другой палате. Кажется, могли бы его оставить в другой палате, ну, в той же палате. Нет, он попадает в другую палату. Там еще один человек, вот, какой-то спортсмен, говорит, и это самое, говорит, настолько они, говорит, там в духе были, что, говорит, расчувствовались. Говорит, Юра, а мне расчувствоваться нельзя, надо сердце беречь. А я пришел тоже, и обнял его, так как мы помолились, так и он расплакался, и я. Он говорит, ну, это хорошее переживание. Я говорю, да, это хорошее переживание. Ты ж не это самое. Бывают слезы радости, правда? Вот, и вот как бы, ну, вот так мы, я говорю, это прекрасное было завершение поездки, что мы могли еще раз увидеть брата Володи. И вот он тоже говорит, Юра, Юрчик, не забудь, только передай привет. И говорит, спасибо, что нас навестили, что мы там побыли. Я тоже очень благодарен за вас. Поэтому, друзья, это здорово, когда мы можем вот эту иметь невидимую связь. Это очень важно, когда ты понимаешь, когда за тебя молятся. И брат Банхам показывал там про этих двух сестричек, которые, говорит, не только молятся, еще, говорит, постятся. Говорит, четвертый день. Ну, когда были большие там собрания у него и все эти вещи. Поэтому это реально, и это очень важно. Когда бываешь вот в таких местах, когда ты не знаешь, попадешь туда, не попадешь. Вот, брат Владик с Ужгорода, да, хорошо, чуть не забыл, тоже с ним уже там я в Киеве переговорил. Он все думал, Юра, может, я говорю, ну нет, просто времени не хватает, потому что теряешь 2 дня на дорогу. Я обещал, говорю, в следующий раз, если Бог позволит, может, там через месяц, потому что, говорю, в той части надо заезжать уже через Словакию, ну, Польшу. Тогда Ужгород, там, Полонная и Кривой Рог. Ну, вот слово вышло, они меня уже сразу это самое, все, мы ждем, и это. Поэтому давайте молиться, чтобы Господь нам просто помог, чтобы мы были бы вместе вот в этом видении, правда? Потому что это будет благословение, друзья, для всех нас. Да, с братом Геном тоже соединился, он тоже говорит, Юра, я же сейчас свободен, у меня машина, сядем, я тебя буду, повожу это. Я думаю, ну, замечательно, тоже правда, тоже хорошо. Вот, поэтому, а он свободен, поэтому кто-то должен еще быть свободен, правда? Поэтому я тоже благодарен за брата Виктора, вы, наверное, слышали, да? Несмотря на то, что он служит, вот, Бог тоже ему дает эту милость, его оставляет там в учебке, и он там
ну, в общем, не в боевых действиях. Он просто там при своем деле. Поэтому, ну все, вот, извините, что так это самое. Да, назад с Кишиневым прилетели прямым рейсом в Ригу, добрались до Кекова. Там встретила нас, брату Игорю звоню, а я карточку литовскую потерял. Вот, ну, там через сына звоню. Он говорит: слушай, я еще на работе, он дентистом работает, брат Игорь Петрович. Говорит, я передам Денису, говорит, зайдешь к нему, а мы машину у Дениса оставили. Ну, не хочется залазить, там все закрыто, значит, с чемоданами стоим так. Вот. Ну и потом там сестричка одна открыла, зашли. Ну и сестра Надя Пицевич тоже выходит. Ой, не, я вас. А знаете, их и тоже брату Павлу, всем-всем, говорит, большой-большой привет. Денис вышел, жена его Лена вышла. Ну, конечно, мы не смогли уже. Ну и на полтора часа, пока она нас покормила. Ну, знаете, свежие эти новости еще. Это сейчас как бы такое голова варена, потому что мы около двух пошли спать. Так замечательно с ними побыли, пообщались, немножко засвидетельствовал. И вот тоже они передавали всем-всем святым большой привет. И вот мы садимся на машинку, едем. Едем, радуемся, друзья. И километров 50 где-то остается. И Лука слышит, папа говорит, стук какой-то. И мы смотрим, лампочка масла моргает. Все, давления в моторе нет. И вот и мы и опять, Господи, ну мы же как-то должны доехать. Друзья, это реальность. Двигатель застучал. Нас застук, он заклинил у нас, когда мы завернули в Тарковоке. Мы ехали на стучащем двигателе, Игорь, 50 километров. Ехали, молились, и да, уже ехали просто, но ехали 80 километров в час. Стучал, как локомотив. А уже вот, когда на Виаде мы завернули, на Тракайскую, как бабахнуло что-то, что-то оторвалось. И я не понимаю, друзья, стало тихо, но мы на горку поднялись. И я просто, Господи, слава Богу, что мы не где-то в лесу. Темно, знаете, ночь. И ты просто думаешь, ну как, мы без Бога не можем. И ты просто видишь, если, говорит, Он посылает, Он тебе поможет. Я, говорит, сохраню твой выход и вход. Друзья, мы просто на Киркли эту заехали. И вот я задом туда сдал на стояночку. И задом она уже как бы так заглохла. Вот. Посмотрели, маслечко там течет. Не знаю, там шатун вылетел, не вылетел. Ну, что-то оборвалось конкретно. Но я не знаю, как мы... Вот объясните это. Это не 5 километров. Это стук. И он, понимаете, с каждым 10 километрами дук-дук-дук-дук-дук-дук. Ну, там такое. И Лука на меня смотрит, я на него смотрю. Ну, молимся. Слава тебе, Господь. Ты такой заботливый, такой это. Понимаете, не просто там, ой, я грешник бедный. И если, знаете, как Володя рассказал, он говорит, Юра, а другие бы сказали, а, это не воля Божия, это. Я говорю, не. Это тот кусается, который хоть как-то, он хоть за железо укусил. Но Бог богатый мил. Друзья, поедьте, там она, наш лягушонок, этот, коробчонка, она до сих пор там вот стоит. Вот. Ну, немножко там пролилось это, но вот такой Бог чудный. Поэтому давайте уповать на Него, радоваться, веселиться, потому что если с нами, ну, жених, ну что нам печалиться, что нам переживать? Да, бывает давление, да, но это превратит Бог во благо. Просто подождите немножко. Надо подождать, потерпеть бывает немножко, но это принесет славу Ему, и ты увидишь тот Божий характер, который Он хочет увидеть в тебе. Потому что без этого, помните, Он говорит, пророк, в Евреям, перед отъездом я слышал, Он мог бы сделать, что все было бы легко, но так не получится. Поэтому мы проходим эти вещи, и тогда ты закален, ты муж и дочь Божия, которая будет усыновлена. Друзья, как мы попадем в восхищение без усыновления? Поэтому да поможет нам Бог тоже в этом братолюбии пребывать, чтобы подняться выше и выше. А Он же нас поднимает. Все, я закончил. Еще раз спасибо всем вам. И все, кто молился, Божьих вам благословений. Не знаю, может, брат Павел, ты что-то скажешь, закончи, пожалуйста. Поэтому еще раз спасибо. Пусть вас Бог все благословит. Спасибо. Знаете, замечательное свидетельство.
Всегда приятно видеть, когда исполняется воля Божия, когда Он ведет, когда Он открывает, куда ехать, когда ехать, ложит это на сердце, и потом ты видишь этот результат, имеешь эти плоды, можешь показать это, знаете, это замечательно. Поэтому я очень тоже благодарен Богу за моих наших друзей, вот, Луку, Юрочку, вот, за их поездку, потому что мы имеем очень много всего. И мы не замечаем, мы привыкли к этому всему. Но когда ты вот имеешь этот контраст, попадаешь в ту реальность совершенно другое, когда люди не могут иметь общения, не могут иметь молодежь, друзей рядом, которые могли бы стоять и так дальше. Когда эти пожилые, несмотря ни на что, совершают труд, чтобы приехать там к Кривого Рога, зная, что там приезжали четверо, да? Троих? Нет, четверо. Четверо человек приехали с Кривого Рога. И знаете, когда это одна семья, ну это просто замечательно. Я благодарен Богу, что это все, видим все те плоды, результаты, сколько мы с братом Юрой туда ездили, с другими ездили и так дальше. И сегодня, знаете, при всех этих обстоятельствах, при всех этих трудностях, давлении, мы видим, это стоит, это не разбежалось, это не уничтожилось под давлением, но стоит и просто прославляет Бога, как брат Юра мне свидетельствовал там по телефону, говорит, знаешь, брат Павел, я так благодарен, что эта поездка, увидел, насколько люди выросли за это время, окрепли и так дальше. Если мы там приезжали раньше, там жалобы на того, на того, на ту, на там, это и были, знаете, там это и разборки эти, занимаясь этими, не хочется этим заниматься и так дальше. Говорит, этот раз вообще не было ничего такого. Это просто говорили о слове, говорили о том вечном и тому подобное. Знаете, когда это знаешь, что было, и знаешь, что есть, ты можешь это уже сравнить, это большая победа, это тот совершенный труд, который принес этот плод, и ты не жалеешь того времени, которое он потратил на все это, поэтому слава Господу. Вот, я уже так смотрю, брат Юра полюбил Украину еще опять, то есть вспомнил, он всегда ее любил, еще через месяц уже пытается думать о ней, не знаю. Хорошо. Да, спасибо, что брат Павел напомнил, потому что да, я по телефону ему говорил, а я упустил это, то, что сейчас брат Павел подчеркнул, друзья, вот правда, где бы мы ни были, мы находили шалом, мы не находили печаль, мы не находили депрессию, а, правда, сынок? Мы настолько счастливы были, что их видели, и даже вот еще свидетельство, как Бог даже хранит неверующих людей. Но через какие они вещи проходят, и наша сестра Аня, которая мама сестры Насти, вот, она тоже приезжала с села, и она настолько благодарила, говорит, что, говорит, я там привет, потому что я немножко там передавал и там звуковое с ее мужем, и когда а он уже прилично там на передовой, друзья, где ну ты просто не посидишь. Я видел там эти снимки, это горит, дыры, ну, взрывается, и он просто молись. И опять звонок, говорит, меня Бог сохранил. После этой атаки я живой. И знаете, говорит, когда туда попадают, там нет неверующих. Вот что он сказал. Говорит, там очень ты становишься близко с Богом. И одно свидетельство, я просто не хочу называть имена это, просто, говорит, как сказали там про одного парня, когда упала очень мощная бомба, и тоже там, по сути, он один из батальона остался жив. Потом другое свидетельство. Говорит, идут на задание, а у него жена в роддоме. Вот, и командир просто говорит, ты езжай к жене. И говорит, никто из них не вернулся. Он его просто пожалел. И просто ты видишь, когда вот кто-то соприкасается с верующими, это не просто так, и ты вот слышишь. И поэтому бывает... В каких мы отношениях, друзья? Мы всегда с братом Павлом ездили, мы старались, где бы мы ни были, расстаться в магазине, в булочной, в гостинице,
в хорошем отношении с людьми. И это люди чувствуют. Поэтому я говорю, это важно иметь вот это переживание, что тогда по тебе позвонят, тебя предупредят. Один был, говорит, просто, говорит, разбомбили все, говорит, и одного там контужило парня. И он, говорит, дождался ночи и просто стал ползти к своим. И, говорит, я, он полз, полз, полз. И я, говорит, слышу уже голоса. И я, говорит, слышу, я приполз не на ту сторону. И я, говорит, переворачиваюсь. Говорит, у меня уже сил нет. А еще, когда я посмотрел, я прополз через все минное поле и не подзорвался. Это ты не просто прыгаешь, как зайчик. Ты ползешь. И, то есть, ну, один шанс на миллион, что ты не надо, потому что ты, ну, ты всем телом ползешь, а не просто наступаешь ногой. И знаете, говорит, он посмотрел, говорит, на спине уже, полежал, говорит, это звезды, все, говорит, там, возвал к Богу и пополз обратно. И дополз. И там его всю ночь искали и подобрали. Вот такое, друзья. Когда ты соприкасаешься с чем-то, и если, и поэтому если будет, понимаете, ну, отчаяние когда, ты нечто будешь переживать особую близость с Богом. Поэтому да поможет нам Бог просто вспоминать их, стоять за них. А там, правда, замечательные братья и сестры, которые по правде вот выросли, и они знают, кто они. Хвала Господу. Знаете, ангел-хранитель, когда есть, говорит, один из тысячи. Это замечательно, когда кто имеет. А когда мы, помните, говорили, мы не просто говорим о небесных существах, а мы говорим о Духе Святом, который находится в людях. И эти люди, эти братья становятся и сестры, ангелами-хранителями для других. Насколько это прекрасно, да? Кто-то молится за тебя. Кто-то стоит, кто-то плечом становится, кто-то бодрит тебя, кто-то встретится с тобой и так дальше. Ты становишься этим ангелом-хранителем, да, не ангелом-губителем, не ангелом суда, а ангелом, который проявляет, дает эту благодать, которую люди сегодня не знают, как пророк сказал, а кто им явит любовь, кто проявит это. Когда сегодня смотришь одно только осуждение, критика, грязь и тому подобное, только в этом, а где то настоящее? Неужели оно исчезло? Я так благодарен Богу, что у Него есть невеста, у Него есть члены, которые наполнены этим Духом Святым, чтобы проявить то настоящее, то чистое, то вечное, которое никогда не пройдет. Аминь. А это в Его детях. Аминь. Поэтому давайте мы будем проявлять там, где мы находимся и так дальше. Поэтому пусть Бог дальше руководит, кому, куда ехать, если брату Юру суждено там еще раз на Украину поехать, потому что я сейчас пока буду, если Бог позволит, о России думаю, когда поехать, но вначале думаю поехать в Белоруссию, если Господь позволит, то на следующие выходные, вот, не эти, которые будут, а через это я, ну, хочу попасть в Белоруссию, побыть с нашими братьями и сестрами на выходные. Вот, еще не соединялся там с Виталиком, хочу соединиться, но думаю, что сейчас они слушают на трансляции. Вот так вот, думаю, что мы еще не знаю с кем, но с кем-то поедем. Вот, так что, слава Господу, друзья. Ну что, будем, наверное, молиться, будем заканчивать. Замечательно наше служение, знаете, когда видишь эту победу, то это прекрасно, когда приезжают братья и свидетельствуют о победе, да, не о каком-то там проблемах, нуждах и так дальше, плаче, стоне и тому подобное, а о победе, то дух поднимается. И тогда, знаете, хочется дальше продолжать этот путь, хочется служить, хочется это, знаете, бывает, засидишься дома. О, как я говорю, раньше мне всегда самолет летит, и я уже на этом самолете куда-то лечу, у меня все время это. А сейчас большинство сижу, и так, знаете, и хорошо становится. О, но когда послушал вот брата Юра как свидетельство, знаете, у меня уже что-то там внутри начинает в этом плане. Думаю, хочу и я, вот, хочу посетить братьев. Хочу посетить эти группочки. Пусть Бог благословит. Хорошо, давайте мы встанем, еще поблагодарим. О, дорогой Господь, мы так благодарны Тебе, что мы можем быть свидетелями и быть этими сосудами свидетельств.
Господь мой, который Ты употребляешь для славных дел. И мы благодарны Тебе за это свидетельство нашего брата, Господь мой, когда он своим сыном ездил, Господь мой, по этим местам, чтобы встретиться с драгоценными душами, Господь мой, которые дороже десятков миллионов миров, Господь мой, Боже. Мы так благодарны Тебе, Господь мой, что Ты употреблял их, Господь, давал силы, давал вдохновение. Господь, я знаю, что это такое, когда я слушаю, Господь, когда Ты не готов, и просто Ты Духом Твоим Святым снисходишь, Господь мой, посылаешь то слово, которое необходимо. О, Боже мой, это так великолепно, Господь, что Ты употреблял, Господь мой. И спасибо Тебе за эти свидетельства. Укрепляй там наших братьев, защищай их, Господь мой. Особенно мы просим Тебя за наших братьев, Господь мой, Боже мой. Иисус, храни их там в Твоей святой руке. И мужа Ани, Господь мой, Боже мой, Иисус. Она все время пишет и свидетельствует, и просит в молитве, чтобы мы поддерживали его. По-моему, его Юра зовут, да? Не помнишь? А? Паша? Его зовут Паша, Господь мой, Боже мой. Мы молим Тебя за него, Господь мой, Боже мой. Это часть нашей сестры, Господь мой, Боже мой, от которой родилась наша драгоценная сестра, Господь мой, Настя, Боже мой, которая, Господь мой, служит здесь в церкви тем даром, который дал Ты, Господь мой. Мы просим Тебя, благослови его, защити его, Господь мой, дальше. Пусть Твой ангел-хранитель, Господь мой, где бы он ни был бы, сопровождает его, Господь мой, от всяких вражеских пуль, от этих бомб, от всего, Господь мой, Боже мой, злого. Мы просим Твоей благодати для него, Господь мой. Благослови и тех, которые там находятся, и брата Виктора, Господь мой, Боже мой, храни его. Мы так благодарны Тебе, что Ты благословил его в этом плане, что он не участвует там, не на передовой, Господь мой. Пусть он и дальше там будет, Господь мой, Боже мой. Иисус, спасибо Тебе. За брата Юру благослови, Господь мой, там с Винницы где-то он тоже, Господь мой, храни его в Твоей святой руке. Господь, благослови там нашу часть на Украине, Господь мой. Спасибо Тебе и за брата Володю, Господь мой, что Ты поднимаешь его дух, Господь мой. И мы верим, Господь мой, что и тело под Твоим контролем, Господь мой. Боже мой, Ты все знал еще, когда он не был рожден. Ты предвидел, Господь. И это была в чем-то Твоя цель, Господь. Но мы просим Тебя, Боже мой, мы так нуждаемся в этом служении, Господь мой, и люди нуждаются, Господь мой, там, Господь, и в Молдавии, и в Киеве. Поэтому мы ходатайствуем за него, Господь, чтобы Ты восстановил бы его быстрее, Господь мой, чтобы он стал в строй, мы ждем его и здесь, Господь мой. Мы как раз переговаривали, Господь мой, не так давно с ним, Боже мой, чтобы он приехал сюда и был и у нас. Спасибо Тебе, Господь. Мы верим, что Ты разрешишь ему приехать, Господь мой, показать ходатайству Твоих детей. Спасибо Тебе, Господь, за наших братьев и сестер нашей церкви, Господь мой. Благослови каждого, Господь мой. Дай нам находиться в той позиции, на которую поставило Твое слово, Господь мой, чтобы нам держаться, Господь, быть заикорененными, Господь мой. О, Боже мой, благослови. И сейчас, когда мы будем расходиться, там были еще именинники. Господь, мы молим Тебя за нашу сестру Аллу, она здесь, Господь, это Твой воин, Господь мой, Боже мой, который всегда на своем посту, Боже мой. И она то, что мы видим, то, что мы не видим, Господь мой, то, что она ободряет там других, Господь мой, стоит в молитве, Боже мой. Благослови ее, мы ее благословляем, Господь мой. Дальше мы нуждаемся в этом прекрасном служении, Господь мой. Благослови ее, Господь, укрепи ее физические силы. Ответь на ее молитвы, благослови ее на этот дальнейший год ее жизни. И дальше, Господь мой, мы благословляем ее Твоим святым именем Иисуса Христа. И Господь, наша драгоценная сестра, это драгоценный воин Женя, Господь мой, Боже мой. Иисус, она не смогла сегодня прибыть сюда, у нее проблемы со здоровьем, Господь, и она пойдет в понедельник к хирургу, Господь мой, Боже мой.
Мы молим Тебя за нее во имя Иисуса Христа. Господь мой, Боже мой, мы хотим ее всегда видеть. Она всегда так реагирует на Слово, Господь. Она настолько любит это Слово, Боже мой. И она там всегда сидит, поднимает руку, говорит аминь, Господь мой, Боже мой. Иисус, благослови ее, Боже мой. Укрепи ее, Господь мой, Боже мой. Исцели ее, восстанови ее, Боже мой. О, Боже мой, мы молим Тебя за нее во имя Иисуса Христа. Благослови это сердце. Господь мой, нашу сестру Кристину, Боже мой, мы благодарны Тебе, когда мы видим ее здесь, играющую, служащую, Господь мой, и ее муж, Господь мой, который также служит, Господь, и эта семья. Боже мой, она отдает свое время свободное для прославления Тебя, Господь мой, Боже мой, для служения братьям и сестрам. Благослови, Господь, ее и благослови всю ее семью, Господь мой. Мы молим Тебя, Господь мой, пусть ее дар дальше выражается в церкви, Господь мой. Пусть она будет всегда на подъеме, всегда, Господь мой, чувствует, что ее дар – это благословение для всех нас, Господь мой. Спасибо Тебе за все. Благослови нас на расхождение и за все Тебе слава Иисусу Христу. Аминь. Благословит вас Бог. Как зеницу ока Бог меня хранит, как орлица строго Он за мной следит, огненной стеною за меня стоит, и передо мною всех врагов сразит. Огненной стеною за меня стоит, и передо мною всех врагов сразит. Не изнемогает и не устает, Он оберегает выход мой и вход. Путь Он открывает там, где нет пути, выход помогает в тупике найти. Путь Он открывает там, где нет пути, выход помогает в тупике найти. Знаю, к Эль-Шаддаю я могу прийти, силу получаю от Его груди, вечной благодатью увенчал меня, как седьмой печатью встретился с Ним я, вечной благодатью увенчал меня. Встретился с Ним я. Он не повернется никогда спиной, хоть идти придется узкою тропой. Помню, что для Бога дорог я всегда, во всякий час Его слова во мне пребывают. Хожу в присутствии славы, я шекина небесная.
Малая
тебя с небес я спустился.